На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» активно продолжает работу летняя физико-математическая школа Елабужского института КФУ. Форум объединил обучающихся 7-10 классов школ, лицеев Республики Татарстан с углубленным изучением точных наук. Вот уже 6-й год, получается, я тут нахожусь, и дети тоже. Есть дети, которые несколько раз приезжают конкретно. Вот в этом году 25 человек таких прошлогодних призеры. Республиканского, городского уровня имеются среди них. То есть участники олимпиад по математике, физике, информатике. В этом лагере очень приятная атмосфера, дружелюбный коллектив, хорошие учителя, вожатые, директор очень добрый. И днем мы здесь занимаемся, получается, уроками. Вечером у нас проходят отрядные мероприятия. Каждый день наполнен позитивом. Участники смены соблюдают режим дня, посещая учебные занятия утром и после обеда. В завершающие дни форума ребята участвуют в пробных олимпиадах, готовятся к заключительному этапу смены. По итогам умного состязания призеры и победители пополнят свои портфолио новыми наградами. По окончанию республиканской смены каждый школьник получит сертификат об участии в летней физико-математической школе. Сирена Иванова, Айдар Нурмеев, пресс-служба Елабужского института КФУ.